В тюменских вузах сегодня прошел Всероссийский фестиваль науки, уже 7-й по счету. Он ориентирован на старшеклассников, которые определяются с будущей профессией. Все желающие смогли посетить тематические лекции, мастер-классы и не только. Так, в медицинском университете прошли экскурсии по анатомическому музею, стоматологическому кабинету, а также лабораториям. В частности, гости смогли увидеть, как производится лекарство. Мы надеемся, что все эти школьники в будущем – это наши студенты, будущие врачи и, возможно, даже доценты и профессора нашего университета. Хочу сюда поступить, и мне непосредственно хочется здесь побывать и все больше и больше посмотреть все это, как все это работает. Я хочу на педиатрию и в дальнейшем уже на анестезиолога доучиться и вот стать таким врачом.